Какая красота! Доброе утро всем! Хорошего вам дня! А сейчас я нахожусь на озере, здесь, в Аризоне, куда я прихожу несколько раз в неделю, чтобы пробежаться и просто подышать свежим воздухом и посмотреть на это чудо природы. It's a beautiful place. Открыла машину, невозможно сесть, как в духовку. Все открыла, чтобы и включила на всю фен и air conditioner, чтобы все проветрилось. То есть этот воздух жаркий и вредный, которым вообще нельзя дышать. Какая бы жара на улице ни была, прежде чем тронуться, прежде чем ехать, нужно всегда хотя бы на две минуты открыть все окна, чтобы быстро наполнить свежим воздухом, хоть и на горячем, и свежим свою машину, потому что мы же дышим всем этим.